я закрываю глаза и вижу зимний лес. Холод и белый снег говорят мне о смерти. То, что случилось здесь, перебило хребет всей нашей жизни. Оттуда пойдет. Угу. Один ты слышал. Я всегда служил дому Рюрика. Почему из трех братьев я выбрал Олега? Да потому что он был такой же бешеный, как и его отец. Только не такой умный. Мы люди твоего брата! Это наша охота и наша добыча! Да. А какого брата? Мне их два. А? Младшего? Владимир? А. Мы из Киева. Все, все! Хватит! Он Ярополку служит! Мы можем поделиться. Мы не жадные. Поделиться? Поделиться. Лучшие люди у Ярополка. Город лучше. А ему мало все. Договорись с братом. Заплатим ему. Выкуп за убитого заплатим и все. Ты убил моего человека! Как мне быть теперь с тобой? Я делал подарок на свадьбу своей невесте. А твои люди хотели его забрать. Я тоже готовил подарок. Угу. Тебе на свадьбу.
Иди ко мне! А я тебя не звал! Айда в Полоцк. Невеста ждет. Через стену проще договориться.